расшифровывается «Экстрим» — это эксклюзивно три милиционера. Мой папа 30 лет отслужил в органах милиции. Я знаю, как, что это за профессия, как это трудно. Мы друзья вообще, на самом деле. Раз, два, три, давай. Я капитан, а это два подполковника. Я сейчас сижу и все это время загадываю желание. Дар ни разу не пробовал раков. Да, была оказия. Сварили раков, принесли целый пакет большой. Он достал рака и говорит, а как их есть? Знаешь, два подполковника чистят капитану раков и кормят его. Что в них можно есть? Мне просто принципиальным был этот момент, что два подполковника почистили мне рак. То как чисто они раскладывают голоса, эти дяди непрофессионалы. Вот это меня подкупает. Весь этот процесс, это вот, знаешь, как сказка. Надо наслаждаться каждым днем. Правая нога здесь. Делаю раз, два. Видно, да? Раз. Они очень стесняются. Говорит, мы готовили целую ночь и показывали. Три, четыре. Еще надо репетировать. Мы к прямым эфирам как раз подготовимся. О, здравствуйте. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Мы однозначно попросили, чтобы мы пели именно эту песню в первом эфире. Я бы им не выбрал эту вещь, скажу честно. Друзья, эту вещь пела такое количество людей с такими голосами, что это никого не удивит, то, что вы сейчас показали. Это должно быть очень дерзко, вот так вот, как бы ломая стену. Они взрослые мужики. Пусть споют. Это будет их проверка на прочность. У нас этот запал появился еще с тех пор, как мы прошли на X-Factor. Мы сделаем все возможное, чтобы ее спеть и спеть ее достойно.